Я еще раз хочу обратиться здесь, в этом эфире, к полицейским. Вы знаете изнутри всю обстановку. Вы знаете, какие вам отдали команды. Вы знаете, сколько вас реально человек. Вы знаете, какие у вас мизерные зарплаты и какое унизительное отношение к вам сложилось на работе. Вы знаете, что этот режим обречен не сегодня, так завтра. Этот режим падет. Вы понимаете, что ни одна диктатура не может выстоять только за счет силы. Тем более диктатура, которая уже 30 лет правит и сумела ограбить до такой степени народ и страну, что нечем уже платить даже силовикам. Вы все эти вещи прекрасно понимаете и разбираетесь, что у этого режима нет будущего. Я прошу вас, тогда не оставляйте им никаких шансов. Переходите на нашу сторону, не дожидаясь активных действий. Переходите сразу. Присоединяйтесь к протесту сразу. Это будет ваш исторический шанс. Это будет впервые в истории, когда в Казахстане мирно, немедленно полицейские перейдут на сторону народа. Достаточно одного города, и все посыпется, все пойдет как в карточном домике. Это все будет сыпаться, и город за городом полицейские будут присоединяться к народу. Те люди, которые первыми сделают этот шаг, они будут народными героями. Народ никогда не забудет этого. Народ всегда будет благодарен этим героям. Объединитесь, договоритесь между собой. Всегда можно договориться. 50 человек шагнут вперед, станут с народом, и все сломается. Запомните эти слова, я прошу вас, и подумайте над ними. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.